А в этом ролике я хочу попробовать строить своих юнитов на нового мифика Large Laser Cameraman в Tall Tower Defense в Roblox. Ну а если у меня это получится, я, конечно же, сделаю на него конкурс в своем телеграм-канале. Ссылочка на него есть, конечно же, в описании. Заходи и участвуй. Ну а ты не забывай лайки, подписку, но мы были к данному видеоролику. RBX Fail.io. Сайт, где робоксы всегда в наличии, и у них очень выгодный курс на покупку робоксов. Представьте, у них курс 1 рубль к 1,5 робокса. Робоксы, которые ты купил, ты можешь вывести моментально по методу трансфера. У RBX Fail огромное количество положительных отзывов, но также хочу тебе кое-что сказать. Присутствует бонусная система, в которой, пригласив друга, игроки смогут получать 40 робоксов за одну покупку приглашенного друга. Ну а друг, который использовал промокод, тоже получит 40 робоксов. Но перед покупкой ты сможешь ввести мой промокод и получить робоксы. Также можно получить бонусные робоксы, выполнив задания на сайте. В RBX Fail есть свой дискорд-сервер, где еженедельно проходят конкурсы на бесплатные робоксы. И еще в RBX Fail проходит масштабный конкурс на 100 тысяч робоксов в своей группе ВКонтакте. Быстрее заходи и участвуй. Все ссылочки в закрепленном комментарии. Ну и сейчас, в принципе, я отправляюсь на трейдинг плазу, чтобы найти этого нового мифика, так как у меня пока что его нету, и попробовать дать что-то за него. И посмотреть вообще, что за него у меня захотят. И, кстати, ребят, сейчас появилось очень много скамеров с моими никами. Например, CozyBestUTTED, где 2T там. Или CozyBestUUT, вы поняли, короче. Мой ник вот такой вот. Запомните, пожалуйста, и не ведитесь на скамы. Так как я больше никогда не сигню юнитов, так как у меня нету сигна. Если вам кто-то предлагает с моим ником засигнить юнита, то это не я, так как у меня нету сигна уже 1,5 месяца. Так что, пожалуйста, не ведитесь на скам, если вы не хотите, чтобы вас забрали юнитов. Ну, а я, в принципе, сейчас уже приготовлю сообщение. Я написал, у кого есть новый мифик, и сейчас я буду ждать, пока мне кинут трейд. Так что давайте лучше даже откроем, и давайте еще добавим трейд ми. Так, сразу же мне кинул трейдик, но зачем-то он мне дает 3 годли, но мне не надо, мне нужен новый мифик. Так, сразу же следующий трейдик нам прилетает от Михи, может, у тебя есть он? У него вроде тоже нет, он ничего мне не дает. Ну давайте, давайте, кидать мне трейд, так есть новый мифик, мне прям очень-очень хотелось бы его получить, так как я уже искал, у меня его нету, этого нового мифика, а я бы очень хотел даже попробовать сыграть за него и посмотреть вообще, что он делает. Я не знаю, почему мне никто трейды не кидает, что ли, ни у кого нет этого нового мифика, но вот, трейдик прилетел, и опять он мне предлагает чем-то шилд камерамена, я же пишу, есть новый мифик, трейд мне кидайте. А они зачем-то мне предлагают всяких шилд камераменов и все такое. Так, сразу же прилетел на трейдик, и у него есть этот новый мифик. Так, давайте-ка ему предложим даже не знаю что. Давайте предложим ему 2 годли вот таких вот юнита. И даже не знаю, что можно еще предложить. И, например, вот такого вот какого-нибудь сейчас глича камерамена. Давайте, я соглашаюсь. И он написал то, что ему нужен Large Firework Камерамен, но у меня... Нет, он у меня он есть, но я все-таки не очень хочу его отдавать за вот этих вот 2 юнитов, так как этот мифик будет понижаться в цене, а Синистер вообще уже почти не ценится. Так что давайте отклоним этот трейд и будем искать человечка, у которого есть этот мифик. Так, скинул мне трейдик челик, он предлагает мне апгрейд титан камерамена, лазерган камерамена, только зачем, если мне нужен новый мифик? Трейды летят, это очень хорошо, зачем-то мне он годли предложил, я же пишу, новый мифик. Давай, предлагай мне этого мифика, я готов за него дать что-нибудь, что, возможно, тебе понравится. Давай, давай, но у тебя этого тоже нет, вот зачем просто вот кидать трейдик и ничего не пишет. Он написал, я подписчик, ну давайте подарим ему подарочек, вот такого сантового мена дам за то, что он на меня подписался. Все, я ему дал, все. Так, сразу следующий трейдик. У него он мне предлагает Large Firework Камерамена и Инженера Камерамена. Хотя, возможно же, могли подумать то, что получается новый мифик, это именно вот этот Large Firework Камерамен. Давайте будем писать не новый мифик, а именно его название. Давайте сейчас отключу трейды и новое сообщение приготовлю, чтобы точно хорошие трейды кидали именно с этим юнитом. Ой, кстати, нам новый трейд дали. Ну-ка, давайте его откроем. И мне выпадает, конечно же, рарочка. Ладно. Все, я уже написал новое сообщение. У кого есть Large Laser Cameraman, trade me. И я уже открыл трейдик. Теперь буду просто ждать. Да, 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 я открыл. Все, сразу же трейдик мне прилетел. Может, у тебя он есть? Нет, он мне зачем-то дает Green Laser Cameraman, а мне нужен Large Laser Cameraman. Про Ваня 00. Может, у тебя он есть? Нет, у него тоже Green Laser Cameraman.
и всякие вот эти вот крейты, легендарочки, но мне это все не надо. Смотрите, мне опять же дают апгрейд Титана Спикермена. Ни у кого что ли нет на этом сервере больше вот этого нового юнита? Дают два инженера, и на этом все. Давайте сейчас я попробую поменять трейдинг плазу. Так как на этой что-то даже почти ни у кого нету вот этого нового мифического юнита. Вот я уже и поменял трейдинг плазу, и давайте также писать. У кого есть Large Laser Cameraman, trade me. И сразу же буквально мне прилетает трейдик, и ждем у него Large Favor Cameraman. А мне он не нужен, ну ё-моё. Он зачем-то мне пишет Godly, давайте просто сканим, так как, ну, у кого-нибудь же он должен быть, вот этот новый мифик. О, вот, нашел Large Laser Cameraman, давайте-ка мы пробуем что-нибудь ему предложить. Например, давайте также пробуем дать ему два Godly, дать ему глича и дать ему, например, легендарочку с моим сигном. Или вот легендарочку вот с таким вот сигном. И давайте пробуем принять этот трейдик. Нет, он просто взял и отклонил. Вроде же я хорошо давал... Но он просто взял все равно и отклонил этот трейд. Как я понял, он стоит очень-очень много. И сейчас, как мне сразу же, если я найду у кого-нибудь еще этого нового мифика, я сразу же попробую дать прям достаточно хорошо и много. Я просто не совсем знаю, сколько он стоит. И вот, мне опять его предлагают. Давайте-ка попробуем туда дать, не знаю даже что. Давайте попробуем также два Godly. Пробуем дать вот раз, два, три Санты. Одну синему пробуем дать. Одного Глича. И... 333 гемчика, вот так вот. Может он согласится или нет, но он пишет 777 гемов. Но я бы не хочу 777 давать, это, в принципе, уже достаточно много. Только так, типа, больше я не могу предложить. Он пишет 777, но меня это не устраивает, и давайте сразу же искать до следующего человечка, у которого есть этот новый мифик. О, смотрите, подарок от подписчика, мне очень приятно. Кучу сантевменов, реально, спасибо вам большое. Ну, пока что не вижу я трейдов, у которых есть вот этот новый мифик. Так мне просто кидает и пишет всякое там Old God, или там инженеров. Но я именно ищу нового мифика. Но почему это вообще ни у кого их нету? Я не видел, но их вроде мало даже до сих пор в мире. И сам вчера тоже пытался выпить на где-то около 40 тысяч монет, мне ни одного мифика не выпало. Это, конечно же, очень странно. Но давайте все-таки попробуем затрейдиться с тем самым челиком на нового мифика. Он пишет, что он там трейд новый мифик. Давайте мы кинем трейдик. И он уже в трейде. Так-ка давайте позакидываем ему трейд. И он почему-то не принимает трейд. Давайте дальше будем писать, у кого есть этот новый мифик. Тот что-то очень долго сидит в трейде. Так что давайте принимаем, может у тебя он есть. Он пишет, есть шеф, но мне прям очень-очень нужен новый мифик. Почему никто мне не может его дать? О, принял челик этот трейд. Давайте дадим ему 1000 гемчиков, 1030. И дадим ему 2 Godly. И он почему-то просто сразу отклонил трейд. Я хотел ему еще продолжать давать, но он просто взял и отклонил. Хорошо, то давайте дальше искать. Может, у кого-то он еще есть. Но мне кажется, на этой уже трейдинг плазе также ни у кого нету этого нового мифика. Так они просто мне кидают трейды и ничего нормального не дают. Во, смотрите, тут еще челик есть, у которого есть этот новый мифик. Давайте-ка дадим ему 3 уже Godly. Дадим ему... 4 Санты Твмена. Еще давайте это дадим ему Глича. А, и он просто сразу клоняет рейд. Почему они даже не дают додавать? Я же, может, еще хочу что-нибудь предложить. Давайте, наверное, также сейчас поменяем трейдинг плазу, так как на этой трейдинг плазе тоже никого нету с новым мификом. Вот я уже и на новой трейдинг плазе. Вот, он есть у этого человечка. Давайте-ка и мы пробуем предложить. Например, вот 3 вот таких вот Godly. 26 сантеменов, глича камерамена, спикера и синему. И давайте я приму этот рейд. Надеюсь, он примет наконец-то уже этот рейд, потому что я уже кучу юнитов ему даю, я не знаю, куда еще больше давать. И он просто так же отклонил трейд. Во, смотрите, мне 5 клинил трейд. Давайте дадим уже 4 Godly, таких вот 6 сант, 2 гличей, 1 спикера и 2... И он просто сразу же отклоняет трейд. Давайте-ка попробуем сейчас предложить, может, Godly, Old Godly. Мне кажется, это будет достаточно хороший офер. Сейчас давайте я его найду и кину ему уже сам трейд. Вот, смотрите, и наконец-то он соглашается. Я даю за него Old Godly. Мне кажется, я даю очень-очень много. Но, в принципе, достаточно хороший трейд для меня.
Я сейчас пойду, наверное, затрейжусь нового этого нового. Ой, точнее, Old Godly, и у меня опять будет Old Godly. У меня мифики есть, я затрейжу. И, ребятки, в принципе, я затрейдил его ради вас. Сейчас я запускаю на него розыгрыш в своем телеграм-канале. Ссылочка, конечно же, есть в описании. Заходи и участвуй. Главное, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал и обязательно поставили колокольчик. Ну и всем большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. С вами был я, Кози. Всем удачи и всем пока-пока.